На грани обрушения находится дом по адресу улица Черноморского, казачество 71. С утра 4 февраля жители были вынуждены покинуть свои квартиры. В аварийном строении начали рушиться стены. К счастью, пострадавших на данный момент нет. На месте работают сотрудники МЧС. Жители этого дома уже не первый год живут в постоянной готовности выбежать из квартиры. Сбережение документов всегда под рукой. Дом постоянно трещит, появляются все новые трещины, осыпается штукатурка. Сегодня вот утром, 8 часов утра, у меня дитё собиралось в школу уходить, 11 лет мальчику. И крик был в парадной. У кого есть дети, люди, выбегайте, дом трещит, рушится. После этого на место прибыли сотрудники МЧС, но работы им, по сути, не нашлось. Один из работников в частной беседе выразил уверенность, что дому осталось недолго. Несколько серьезных ливней, и он обрушится. Следом за МЧС на место выехали представители власти. Приезжало много всех, куча много, у кого что не спрашиваешь, все подождите, комиссия, все остальное. Отселение никто ничего не говорит, но говорят, не заходите в дом. Куда идти с двумя детьми на сегодняшний день, я просто не представляю. У меня некуда. На фасаде дома можно увидеть трещины шириной в несколько пальцев. В квартирах куски штукатурки после утреннего обвала так лежат вперемешку с